Сережа, где же у него кнопка? Ну и вот это, мотоцикл-то я делал. И сейчас я хочу вот сюда, это, вот в это место кнопку повесить. Такую. Кстати, кнопку я уже повесил. Вот. Ну, пойду видос, в общем, делать. Про то, как мотоцикл упал. Как говорится, это, всем привет. Мотоцикл в этом покоцанный. А написано, типа, ну, упал на месте. И вот я сам лично всегда думал, он, наверное, где-то там лошара ездил, приложил его. А пишет такое, как будто он и не виноват. Ну вот, сейчас такая ситуация. Вон она лежит. Вон, видите, на левом боку. Короче, ситуация была такая, что вчера я его выкатил, на нем кошки сидели. Он стоял здесь на улице, думал, сегодняшним днем прокачусь. Ну и вот сейчас проснулся, смотрю, а там Сосамба лежит на боку. Сейчас идем, короче, идем смотреть, что там с ним, подымать буду. Короче, вот такая печаль печальная у меня с Юпитером, моим пятым переходным. А ты куда смотрел? Че ты? Может, ты уронил? Не сам он упал. Короче, ребят, идем. На улице погода прекрасная вообще. Настроение. Смотрите. Вот он. Зеркало цело. Лобовик цел. Его не достало. А смотрите, он провалился у меня. Вот он. И бух сделал. Кофр, я не знаю. Ну, может, это все достало, когда он там сильно ковырнулся. Он, короче, на дуге лежит у меня. Вон она, дуга. Видите? Ну, дугу-то перекрасить можно. Вот так вот асфальт мой гнилой. Вот он провалился. А уже не первый раз такое. Вот я дятел-то. Нет бы досточку подложить. Вот Лушмаку, наверное, досталось. Сейчас будем смотреть. Я думал, что тут пипец зеркалам моим японским, китайским, крутым. О, бляха, муха. Что, поднимать буду? Опять же, как поднимать? Как этого поднимают, этого? А, он еще на подножке упал, смотрите. Может, лошадка еще и цел. Может быть, видите, на подножках лежит. А, не видите. Что, вообще не видите. Вот он. Три точки. Раз, два, три. Вот. А смотрите, он когда падал, достал вот след от этого. Видите, от этого. И тут грязь. Вот. Может быть, даже этим тогда ты коснулся вот здесь. Тогда он и коснулся этим чем-то тут, зеркалом, может быть. А, да, зеркало, смотрите, грязь вот. Вот она там. Сейчас, ладно. Кошки ни при чем, главное. Я думал, что кошки виноваты. Потому что они сидели на крыле у него. Вот здесь. Пипец какой-то. Через букву Z. Я не буду поднимать, так как эти поднимают. Эндуристы эти. Вот так. Ух ты. Он другой ножкой провалился. Почему я сразу не убрал? Я не знаю, что делать, боковой подножки нету.
что делать мне? Фиг знает, что делать. Я уже смотрю без вас. Ой, работы на весь день. Не кататься мне сегодня, а делать дела теперь. А зло берет. Покачу-ка я его куда-нибудь. Покачу. Короче, не знаю, где его поставить. Везде опасно. Может, положить его, да и все. Теперь уже. Мне кажется, это кошки безобразили. Вот, видите, зеркало он достает. Что делать? Фиг знает, что делать. Вот так зеркалом не достает, смотрите. Но он опасно стоит опять. Кошка прыгнет и пфф, опять. Лучше, смотрите, перекрашивать. На зеркале ссадинка получилась. Вот он, чуть-чуть. Ну, можно сказать, нету. На подножке ничего, похрена вообще. Ну, на лусмаке, можно сказать, нету ничего. В общем, повезло мне. И вот здесь подкрасить надо. Стеклышко развернуть, чтоб верх был снизу теперь. Или левый с правой поменять будет изнутри вот эта ссадина. Вот, точно. И подкрасить. Хотя не обязательно. И обязательно крыло помыть. В общем, я тут потер, поплевал. Короче, я тут даже и трогать, наверное, не буду. Но здесь вот отколыш есть чуть-чуть. Потом, ну, здесь все нормально, здесь вообще классно, ничего нету. Так, на зеркале, да, собственно, не, я тут цеплялся этим зеркалом-то еще раз, еще нету тут ничего, все нормально. Вот единственное, вот я обезжиривателем, вот здесь обезжирил, ну, здесь вот эти царапки получились. Сейчас я наждачку возьму, затюнингую все это наждачкой. Возьму черную краску и здесь вот тряпку кину и по ветру прям распылю здесь. И пускай стоит, сохнет под дождем. И будет все нормалек. Короче, вот в этой ситуации я пострадал, но не сильно. Мне повезло просто. Оказался я везунчик. Такая у меня защита от ветра. И тут я уже повороты снял. Сейчас буду его ставить вот сюда, отсюда туда. И здесь уже я его подкрасил. Вот так вот. Печать не стал закрашивать, чтобы печать осталась. Вот и кашная. Тут вот прогрел тепловентилятором. Здесь тоже уже все исправил. Вот. Словно и не бывало ничего. Краска такая 4К алкидосная и обезжириватель. Ну все, вот сейчас еще немножко подсушу этим сушильным аппаратом и оставлю здесь мотоцикл на ночь. Все, ну тут так нормально. Тут эта же дуга, она 26 тысяч раз уже коцанная и 26 тысяч и один раз крашеная. Вот, поэтому она вот такая. В общем, как будто ничего и не бывало. Сейчас она подсохнет, помотовеет немножко. Не такое блестящее будет. Здесь вот не особо блестящее. Здесь вот типа поблестящее. Даже вот я там виден. Ай-яй-яй. Фонари зашлись уже. В общем, темно на улице. Кошки меня атакуют со всех этих, со всех сторон. И это, ну все покрашено, все заменено, все нормально, короче. Всем пока.